Hoher Besuch im Rathaus. Der Friedensnobelpreisträger Robert Latipow von der in Russland verbotenen Menschenrechtsorganisation Memorial hatte sogar die Medaille dabei. Und das ist sie. Die Friedensnobelpreismedaille, die er mit seiner Organisation Memorial für den Einsatz für Menschenrechte bekommen hat. Das ist eine große Anerkennung für unsere Arbeit. Ich bin sehr stolz. Memorial ist die älteste Nichtregierungsorganisation Russlands, arbeitet in vielen unterschiedlichen Orten dort. Sie will Unrecht aufdecken, arbeitet die stalinistischen Massenverbrechen auf. Der russische Staat hat die Organisation als ausländischen Agenten eingestuft, ein Gericht Teile von Memorial verboten. Всем привет, это канал Пер 36.6, следим за нормальной температурой в городе, меня зовут Ухов Сергей, сегодня у нас в гостях замечательный человек, пермяк, один из создателей общества Мемориал, его глава Роберт Латыпов. Совсем недавно движение Мемориал получило одну из самых главных наград в мире, собственно, Нобелевскую премию мира, и ты был один из представителей делегации Мемориала, которые получали эту награду в Стокгольме. Расскажи, как это все было, как происходило, за что Мемориалу дали эту награду, ну и пару слов скажи об организациях Беларуси и об украинской организации, которые тоже получили эту награду вместе с вами. Да, значит, действительно, 10 декабря состоялась торжественная церемония награждения Нобелевскими премиями мира. Это происходило в Осло, столице Норвегии. Там были три делегации, то есть это Белоруссия, которая получила Нобелевскую премию мира, Алис Беляцкий, который, к сожалению, находится в тюрьме и, вероятнее всего, будет находиться там долго. Тем не менее, там приехала делегация во главе с Тихановской, небезызвестной. Да, получила награду Нобелевскую премию, это Центр гражданских свобод, замечательная организация. Честно говоря, я был очень мало знал об этой организации, то есть я слышал о ней, конечно, да, но я мало о ней знал до церемонии, только вот потом начал как-то все-таки интересоваться. Гуманитарная организация, которая занимается оказанием помощи самому огромному большому количеству людей, категории людей и в Украине, и за территорию Украины, да, то есть это тоже правозащитная организация. И наша организация – Российский международный мемориал. Российский международный мемориал, который ликвидировали российские власти, как вы знаете, а вместе с ними за кучу ликвидировали правозащитный центр мемориал, как юридическое лицо, и, к сожалению, ликвидировали еще и Пермское краевое отделение общества мемориал, которое я возглавлял на протяжении 12 лет. То есть ликвидированы были три мемориальские организации. Но очень важно надо еще сказать о том, что мемориал не запрещен в России. Он не признан экстремистской организацией, террористической организацией. То есть мемориальская деятельность не запрещена. Поэтому очень многие мемориалы, по-моему, более 20, продолжают работать, свою деятельность осуществлять на территории России. Я говорю именно о российских организациях. Это очень важно. Да, очень важно. Я об этом хотел спросить тебя. Да. Это очень важно, что они продолжают работать. Поэтому... Когда Нобелевский комитет присуждал награду, то он и присуждал награду именно организации, которая все равно продолжает работать. То есть международный мемориал, российский мемориал – это большая коалиция автономных, самостоятельных организаций, которые объединены какой-то общей идеологией, общими ценностями, общими смыслами. Да? То есть и мемориал продолжает работать. Он продолжает работать, в том числе и в Перми. Отвечая на твой вопрос, Сергей, то, конечно, мемориалу, как и центру гражданских свобод Украины, Алису Беляцкому и мемориалу, конечно, это награда прежде всего за заслуги многолетние, за многолетнюю работу в сфере прав человека, причем понимаемая в самом широком смысле этого слова, потому что, если, например, говорить о мемориале, то мы вроде бы занимаемся прежде всего, наша задача – это сохранение исторической памяти о преступлениях государства против своих граждан. Да? Тем не менее, сохранение памяти, оно способствует тому, чтобы у людей, современников и наших потомках
все-таки была вот эта ценность прав человека, верховенство права, да, независимость суда, это необходимость действительно честной избирательной кампании, там, вот избирательного права и так далее. То есть все эти права, они были бы не фикцией, не декларацией, а действительно были бы главной ценностью, были бы среди главных ценностей. Поэтому, хотя вот в преамбуле награждения Нобелевский комитет подчеркивал именно правозащитную сущность вот этих вот организаций и людей, которых он хотел бы наградить сейчас, в 2022 году, и считает это действительно достойными лауреатами именно премии мира. То есть работа с правами человека, в борьбу за права человека, да, это способствует работе над миром. С миром над миром. Это очень важно. Да. Почему ты сейчас думаешь, что вот, почему сейчас государству не нужно увековечивать память жертв репрессий, почему любые преступления государства, которые случились там 70 лет назад, 80 лет назад, государство сейчас считает буквально своими преступлениями, продолжателем, не знаю, этого всего, и считает, что раскрытие вот этих преступлений – это как бы наезд на государство, которое сейчас происходит. Почему так происходит? Потому что, Сергей, ну, мне кажется, это даже для тебя и для меня это риторический вопрос, потому что на него главный ответ – аналогии. Вот когда ты смотришь на то, что происходит сейчас в стране, да, и если ты хотя бы немножко что-то читал, слышал, видел видео про то, что было 30-е, 50-е годы, ты не можешь не ставить аналогии. Ну, это очевидно просто. И весь этот полицейский террор, и введение военной цензуры, да, эти посадки, совершенно безумные посадки людей на огромные сроки. Ну, это не может не вызывать аналогии. Собственно говоря, мемориал, как и многие другие правозащитные организации в стране, они всегда были главным раздражителем вот этой вот нашей российской власти, вот этой путинской олигархии, да, потому что, ну, вот мы просто своей деятельностью, своей работой, да, приводим людей к тому, что они начинают задаваться вопросом, слушайте, ну мы вот когда-то там вот это уже прожили, мы вроде бы сделали какие-то выводы, почему у нас сейчас это продолжается, почему мы сейчас живем в этом мире? Почему вот это вот этот абсурд, который уже не абсурд, а уже преступление, это уже абсурд, доведенный до большого количества, огромного комплекса преступлений, да? Почему это продолжается сейчас? Мы же это пережили. Почему войну нельзя называть войной? Хотя президент может это называть. Наша-то цель, наоборот, закончить эту войну. Мы к этому стремимся. Людей штрафуют, задерживают спецприемники, да, за дискредитацию вооруженных сил. А мы просто говорим о том, что мы против войны. И почему-то это надо доказывать. Почему-то, как это так? Мы все время находимся в какой-то ситуации, когда как-то вот какие-то простые вещи, с которыми мы воспитывали с детского садика, даже с яслей, да, оказывается, вот сейчас они вдруг оказываются запрещенными. Это так странно, это так удивительно. Занимаясь 30 лет, ты ведь у самых истоков мемориала был. Я пришел в мемориал в 99-м году, когда он уже 10 лет существовал. Да, и ну вот с этого момента, начиная со своей волонтерской деятельности в мемориале, собственно говоря, вот тихонечко-тихонечко приходил к осознанию того, почему это все важно, перспективно, нужно и прочее. И вы знаете, нам часто задают такой вопрос, что, ну, вот глядя на то, что происходит сейчас в России, я даже не упоминаю Украину, я говорю про Россию, про нашу с тобой страну, да? Нам говорят о том, что мы, мемориальцы, проиграли. Действительно, в каких-то вещах мы действительно проиграли. Но у меня нет ощущения того, что мы делали что-то неправильно. Может быть, мы делали меньше, чем нужно было делать. Может быть, мы оказались менее убедительными для своих сограждан относительно того, что
когда мы говорили об истории репрессии, об истории войны и так далее, мы предупреждали ведь общество, мы постоянно об этом предупреждали, о том, что если вы не сделаете выводы, если мы не разберемся с прошлым, если мы сейчас не разгребем все эти авгиевы конюшны, которые нам навалило это государство, да, то мы все равно придем к этим авгиевым конюшням, мы все окажемся в известно чем. И мы оказались. Так вот, может быть, мы действительно оказались не столь убедительными для наших граждан. Это да. Но думала ли ты, что мы придем вот к этому? Вот занимаешься 30-20 лет. Это болезненный вопрос. Я постоянно, я каждый день об этом думаю. Господи ты, Боже мой. Я читаю эти новости, которые идут из России, из Украины, из мира. И я понимаю о том, что это вот болезненный вопрос. Почему мы к этому пришли? Как мы это сделали? Как мы вообще, как мы дожили до жизни-то такой? У каждого из нас есть своя совесть, и мы, конечно же, переживаем по поводу всего происходящего. Слушай, мне кажется, даже те люди, которые выступают за войну, они ведь тоже считают, что у них есть совесть. И они ведь тоже сейчас переживают за все происходящее. Только они переживают несколько, как бы это сказать, несколько с перевернутой шкалы ценностей. Они тоже переживают. И я думаю, что количество переживаний на самом-то деле у человечества сейчас, оно запредельное. Я думаю, даже шкала ценностей как раз она одинакова, а вот перевернутая картина мира, да, следствия и причин. Да, вот скажи, ну, так или иначе, мы с тобой все равно встречаемся перед Новым годом. Вот для тебя год начинался с закрытия мемориала, да, запрещения, значит, потом война, вот. Это вот потом все события связаны с войной, и год оканчивается, собственно, Нобелевской премией мира. Что ты вообще ощущал в этот год, что чувствовал, как бы, как для тебя прошел этот год? Какие итоги, можно сказать? Может быть, для Пермского мемориала вообще? Чем Пермский мемориал весь этот год занимался, исходя из? Ну, надо еще сказать о том, что я еще и к тому же вынужден был уехать вместе с семьей из России. И это был очень... Мы когда-нибудь будем оценивать все эти вот времена и действия и будем на все это смотреть с огромным-огромным удивлением. Это был такой год удивлений, очень странный год, очень страшный год. Мы все время хотим Новый год желать что-то позитивное и так далее. Я помню, когда мы встречали Новый год в компании друзей, волонтеров мемориала, это было на моей квартире. У меня было очень много людей и друзей. Почти все они сейчас не в России. Ну, иностранные волонтеры, они, понятно, уехали в Германию, вернулись в Германию сразу же после начала войны. Мои друзья тоже уехали, они сейчас в Казахстане. Наша семья в Германии. Мы все уехали. И мы тогда, ну, я помню, мы тогда... Искренне все желали, прямо вот так вот как-то даже взялись за руки, желали за все хорошее, чтобы вот не было войны, был мир, было здоровье, чтобы было какое-то, хоть какое-то прояснение, а оно не наступило. И у меня такое ощущение, что я, видимо, буду в этот Новый год, когда мы будем его встречать, я буду желать то же самое. Вот. Потому что, ну, вот, да, вот при всем при этом я буду желать то же самое. Мира. Здоровья, чтобы мы были вместе, чтобы мы не потеряли себя, чтобы другие люди вдруг нашли бы себя наконец-то. И очень стал популярен тост, я даже не знаю, произносить его в твоем канале или нет, но его произносят почти регулярно везде и так далее. Я даже, давая интервью не так давно, у себя во время торжественного приема даже произнес его, и слушай, меня поддержали немцы, это высшие чиновники города. Тост назывался тот, чтоб он сдох. Понимаешь? Я гуманитарий, человек, который руковожу правозащитной организацией, который выступает за ценность человеческой жизни, как одним из главных приоритетов. Представляешь? И я сейчас вот это говорю. И я говорю это искренне. И это говорят и поддерживают искренне также и другие люди. Слушайте, вот это до чего мы дожили? Что оказывается, да, что в отношении кого-то
Вот это уже вот на наше мировоззрение, да, гуманитарное, гуманистическое, да, оно не действует, оно не ходит. Просто все внутри сопротивляется этому. Черт побери. Та же самая история. Черт побери. Согласен. Хочу спросить, вот мы забываем о той большой части деятельности мемориала, и я хочу вот именно ее сейчас поднять. Это те люди, те бабушки, там дедушки, которые сейчас уже стали, которым все эти года помогал мемориал. Сейчас они, получается, ну просто оставлены одни, потому что мемориал так или иначе все равно в той степени не может действовать. Пару слов о них, как они-то сейчас, им-то куда уехать? Не, все, вот они сейчас оставлены, по сути, на один со своими проблемами. Мемориал, если говорить, например, про Пермский мемориал, то это была одна из крупных мемориальских организаций ветеранских. Потому что по нашим исследованиям, по сбору сведений, у нас где-то в начале 2019 года было около 2000 членов. В основном это как раз жертвы политических репрессий, бабушки, дедушки. Потом мы принимали еще достаточно большое количество людей, но и большое количество людей уходило из жизни. Но, в принципе, вот можно говорить о принудительной ликвидации юридического лица под названием Пермское краевое отделение общества «Мемориал». У нас, конечно же, прервались связи с очень многими филиалами, с очень многими нашими стариками, которые живут как в территориях Пермского края, так и в городе Перми. Здесь еще и надо сказать, что и власти ведь все сделали для того, чтобы разрушить организацию, по крайней мере, в Перми. Потому что у нас была такая ассоциация жертв политических репрессий. Да? Так вот, она, руководство ее почти в полном составе перешло, знаешь, Сергей, куда? В Совет ветеранов войны труда и правоохранительных органов. В том числе ФСБ. В Совет ветеранов правоохранительных органов. Ассоциация жертв политических репрессий. Да, я помню, что они пытались такой рейдерский захват совершить. Но тем не менее, они что-то... И вот в Перми это да, произошло. Да. Мы сейчас, конечно, восстанавливаем какие-то связи непосредственно, я имею в виду персональные связи с конкретными людьми. Да, то есть мы, например, в этом году провели вот эту вот нашу известную благотворительную акцию «Чистые окна». Ты слышал, наверное, да? То есть когда волонтеры приходят на квартиры маломобильных стариков и моют им окна. Да, то есть у нас вот она проводится каждую весну и осень. И вот мы таким вот образом восстанавливаем вот эти вот какие-то вот эти вот контакты. Да, и поддерживаем с ними связь. Да, мы потихонечку все равно продолжаем выпускать наш вестник нашей организации, информационный бюллетень, тоже распространяем их, чтобы они получали не только информацию из телевизора. А какую информацию из телевизора они получают, мы, в общем, я думаю, представляем. Да, но, по крайней мере, чтобы у них было ощущение того, что ну, какая-то сущность, вот мемориальская сущность, да, она в городе, в крае по-прежнему присутствует. Мы стараемся это делать. Это тяжело, это трудно сейчас это делать, ну, понятно, да. Что, ну, кто нам будет помогать, да. Тем не менее, мы стараемся делать все, что возможно. Понятно, что надо же иметь в виду, что все эти люди – это очень пожилые люди. Почти все они маломобильные. Почти все они инвалиды. На 70-80% это вот инвалиды, да. То есть вот, ну, надо понимать, им всем за 80-90 лет. Ну, то есть это, да, да, да. Понятный возраст, которые, да еще и в России, да, с учетом специфики России. Поэтому понятно, что мы не можем многого требовать от этого людей. То есть там, мы не будем их призывать, например, выйти на улицу там, с митинга протеста против закрытия мемориала. И не делали этого. Ну, потому что это, ну, это нельзя делать. Даже вот из-за элементарных гуманитарных соображений. Да. Тем не менее, вот хотя бы как-то информировать и как-то показывать о том, что мы продолжаем работу, что они не забыты, и что это вот сохранение, процессы сохранения памяти, оно продолжается, это да, мы это делаем. У тебя с собой есть эта медаль Нобелевская, да. Поэтому если можешь покажи. Да, слушай, давай я покажу зрителям, потому что это особая честь. Это реплика, то есть это точная копия Нобелевской медали, которая была вручена 10 декабря. Значит,
Дело в том, что ее, конечно, изготавливают в одном экземпляре, ну, то есть вот лауреату передают, да. Но мемориал обратился к Нобелевскому комитету, сказав о том, что поскольку у нас коалиция организаций, и очень важно было бы, чтобы у этих организаций все-таки была какая-то своя медаль, Нобелевский комитет пошел к нам навстречу, и он заказал несколько реплик вот этих точных копий. И одна из них, она вручена Пермскому мемориалу. Вот она у меня сейчас здесь. Понятно, что я через какое-то время попробую ее пермским коллегам. То есть вот здесь вот это ванфас, это профиль Нобеля, да. А здесь такая три человечка, и написано «За мир и братство человечества» в латинице. Очень-очень здорово, класс. Да. То есть пермяки когда-либо смогут все-таки посмотреть и увидеть? Не просто не посмотреть, они это медаль все равно, конечно, окажется в Перми. То есть найдем какую-то оказию и передадим в Пермь. По крайней мере, то мероприятие, которое мы вот собираемся провести, вот скоро, когда собрать мемориальцев, то я, конечно, буду демонстрировать эту медаль и обязательно передам, что она будет отправлена в Пермь. Да. Конечно, надо, конечно, подумать о том, где ее потом безопасно хранить там, потому что мне, честно говоря, не хочется делать какие-то подарки товарищу майору. Тем более, что мы уже через обыски проходили в нашем офисе. В нашем офисе и в моей квартире. Да. Что-то видели из техники, которую забирали. Да. То есть мы это уже проходили, у нас такой опыт уже был, поэтому да. Ну, мы подумаем, мы с коллегами как-нибудь решим. В любом случае, я хотел бы, чтобы, конечно, медаль это была с Перми, наших коллег. Я надеюсь, что мы сделаем еще вокруг этого какие-то события. Не для того, чтобы, как это сказать, самовозгордиться и так далее. Нет, а как раз использую это как повод для разговора с людьми, для понимания нашими согражданами того, что вот эта работа мемориала, хотя она была стигматизирована и уничтожена, пытаются уничтожить наши власти, тем не менее она очень важна, она признается на международном уровне. Я от пермяков тебе скажу о том, что, просто за эти 30 лет работы в Пермском крае, я думаю, ну, большинство, большая uh-huh. часть пермяков так или иначе соприкасалась с деятельностью мемориала. Конечно. И считает эту медаль, в том числе причастным к этой медали. Поэтому как бы там увидеть эту медаль и быть причастным к ней, это очень... Это лишний раз, чтобы люди понимали, что... Это воспринимается с благодарностью не только людьми, которым мы помогали, там, консультировали, я не знаю, находили им информацию о родственниках погибших, репрессированных, да, организовывали какие-то мероприятия, где вот, да, это не... Но это воспринимается с благодарностью еще и на международном, высоком международном уровне. Вот и все. То, что да. Было понимание того, что мы здесь, несмотря на войну в Украине, что мы не отключены от каких-то вот важных, очень важных, ценностных событий, которые происходят в мире. Что мы, по крайней мере, вот мы еще связаны, по крайней мере, хотя бы вот на таком уровне. Это здорово, это важно. Мне кажется, это даже с гуманитарной точки зрения полезно. Да. Для меня, как для пермяка, пусть это разные сферы, вообще разные деятельности и так далее, да. Тем не менее, по ажиотажу и по весомости, наверное, а это как пермякам выиграть чемпионат мира по футболу, предположим. Ну. То есть по не знаю, ценности, потому что останется в истории о Перми. Потому что это как бы для Перми этот год, я думаю, останется в первую очередь для Перми получение Нобелевской премии за вот такое. Спасибо, Сергей. Спасибо. Спасибо. А еще короткую тему хотел затронуть, потому что, мне кажется, она очень важна. Ну, для меня, по крайней мере, раз я задаю вопросы. Все-таки возвращение имен. Если сейчас в Перми что-то продолжается, как-то смотрите вы за табличками на эту тему, да. Продолжайте. Да, мы продолжаем проекты мемориала и около мемориала, да. Акция возвращения имен у нас проходила в октябре. Слушай, я всегда приятно удивляюсь тому, что
Люди об этой акции помнят, знают, что приходят новые люди, которые принимают участие в акции. Она была в онлайн-режиме. 530 имен мы снова зачитали, новых имен. Да. Трансляция выложена на YouTube-канале Пермского мемориала. Ну, сейчас Центр исторической памяти. Это можно трансляцию посмотреть. Очень разные люди. Это очень интересно смотреть. Из разных стран, из разных городов, не только из Перми. Но это тоже ведь... Возвращение имен – это ведь помимо акции памяти, акции восстановления честного имени людей, это же еще и акция солидарности. То есть вот когда вот происходят вот эти вот события вокруг нас, да, вокруг тебя, вокруг меня, вокруг мемориала, других организаций, да, в стране в целом, да, очень важно быть сопричастным к чему-то, ну, вот, который не вызывает вообще даже никаких вопросов. Это проявление какого-то, какой-то и гражданской ответственности, а одновременно вот приобщение к какому-то сообществу людей, которым вот не все равно, которые все равно продолжают вот эту вот, вот важную благородную деятельность. Это здорово. Я вижу, когда вот смотрю на эти видео, я вижу новых людей, вижу старых людей. Это так, это просто круто. Мы продолжаем проект «Последний адрес». Да, у нас в этом году, кстати, надо обязательно об этом сказать, произошло два акта вандализма, когда были сняты таблички «Последнего адреса». Где это? Это, ну, одна из них была снята на пересечении улицы Горького и 25 октября. Причем подали сразу заявление в полицию о краже, было подано уполномоченным по правам человека Павлом Миковым. И полиция очень быстро нашла, и журналисты очень быстро нашли этого мужика, который вот это снял. Он, даже взяли у него интервью. То есть он признался, что он да, это сделал и так далее. Тем не менее, то есть вот все-все-все вот здесь, да, то есть вот есть конкретный человек, есть кража, есть конкретный собственник этой таблички, есть согласие жильцов дома на установку этой таблички на стене этого дома, есть все документы, которые говорят о том, что раньше, которые нам давали власти, о том, что они поддерживают этот проект «Последний адрес», потому что он вписывается в концепцию государственной политики об увековечивании памяти жертв политических репрессий. То есть все разрешительные документы есть. Вот все наличие. Полиция не возбуждает уголовное дело. То есть нам прислали бумагу, что оснований для возбуждения уголовного дела нет. Тем не менее, значит, от фонда «Последний адрес» мы уже получили новые копии. То есть они будут обратно установлены. На, вот, то есть взамен утраченных они будут все восстановлены. Они уже есть, они уже изготовлены, да, и, опять же, идут новые заявки на установку табличек «Последнего адреса». Я хочу напомнить... Несмотря ни на что, несмотря на вот те репрессии, да, которые сейчас происходят, и, в общем-то, достаточно страшно. Конечно, работа продолжается. Да. Работа продолжается, есть желающие, есть заявители на установку новых табличек. То есть это... Понимаешь, Сергей, это вообще очень такой тихий, вот, не скандальный, не громкий проект. Чем, собственно говоря, мне он и нравится. Как и «Возвращение имен», как и другие наши проекты. Они какие-то вот, вот такие вот человечные, вот какие-то негромкие. И тем не менее, вот ты видишь эти результаты. Я хочу напомнить, что твоим зрителям, что в Пермском крае установлено 56 мемориальных табличек «Последнего адреса». Если говорить, сравнивать, например, с другими регионами, то после Москвы и Санкт-Петербурга мы первым идем. То есть вот, мы такой первый регион. То есть это вот как бы мы работаем, конечно, тихонько. Это очень тихонько, такая вот спокойная такая, такая спокойная работа. Нам не мешал бы никто, Господи. И если бы не весь этот кошмар, особенно пропагандистский, да, то, что появляется большое количество из этого пропагандистского кошмара, появляется большое количество бдительных граждан, так называемых, которые бдят за тем, чтобы не появлялось бы чего-то такого некрасивого, нехорошего, которое рассказывало бы про страну, хотя это реально есть, да, то, ну, мы бы, наверное, сделали бы больше, да. Ну, вот в таких условиях. Недавно я виделся как раз Сергей Пархоменко, руководитель этого проекта, инициатор этого проекта «Последний адрес». Он тоже был на церемонии в Осло.
Да, я ему передавал как раз наши новости. Ну, что он мне сказал? Он сказал, что в стране победившего фашизма очень сложно думать о том и мечтать о том, что тебя это никак не коснется. И не коснется того, тех дел, которые ты уже сделал. Ну, вот так, да. Это были его слова. В общем, я, наверное, с ними скорее соглашусь. Да, то есть очень сложно ожидать того, что если в стране вот эти вот процессы такие происходят, совершенно чудовищные, да, то оно не закончится просто, например, ликвидацией мемориала. Будут тихонечко вынуждать и уничтожать те результаты деятельности, которые вы сделали уже, ну, сделали ранее. Скажи что-нибудь, пару слов к Новому году нашим там зрителям, вообще пермякам, и ну, какие-то твои там, не знаю, представление о будущем, что бы ты хотел, чтобы в следующем году произошло? Ну, на роль Кассандры Троянской я не гожусь, а то я что-нибудь скажу такое, а потом оно вдруг сбудется. Я знаю, что будет... Мы живем в сложное время, я знаю, что времена в ближайшее время будут как минимум не легче, они будут сложными. Я хочу, чтобы мы сохраняли себя. Сохранили в себе человека, сохранили в себе гражданина, сохранили бы в себе какую-то очень важную целостность, которую мы имели и имеем до сегодняшнего дня. Давайте это сохраним себе. И если нам удастся сделать какие-то еще добрые дела, неважно, находимся мы в России или находимся где-то за ее пределами, давайте мы эти хорошие, добрые дела будем продолжать делать. По крайней мере, ну, я этим занимаюсь каждый день. Я не буду себе самокомплиментарен, но я надеюсь, что моя работа, она не зря. Моя работа, работа с моими коллегами, да. Как и твоя, Сергей? Как и твоя? Я хочу тебе тоже подтвердить, что я считаю, что ваша работа абсолютно не зря. Вы сделали огромное дело, и поэтому хочу поздравить вас и мемориал в целом еще раз с этой заслуженной, абсолютно заслуженной наградой. Я надеюсь, что все будет хорошо, и от следующего года уже жду хотя бы как бы другого, чем в этом. Да, давай мы уж как-нибудь сделаем так, что я не знаю, к кому мы там обращаемся, к каким богам. Но давай мы сделаем так, чтобы все-таки в следующем году было как-то все-таки посветлее, как-то более гармоничнее, ну не знаю, какой-то, чтобы мы как-то возвращались к чему-то привычно человеческому, миротворческому, да.